Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. И сегодня у меня на обзоре гномы, то есть томаты из проекта «Гном томатный». Сортов у меня очень много. 44 сорта, представляете? Поэтому я свои все сорта разложила по кучкам. Одна кучка вот такая будет, томаты, которые можно сажать. И не только можно, я сажала в теплице. Все вам расскажу. Вот здесь гномы, которые я сажала в этом сезоне, но разложила на две кучки, которые до метра и которые после метра. Точно так же сорта, которые я сажала в предыдущих годах. И тоже разложила на две кучки, до метра и после метра. Сейчас я вам расскажу поподробнее. Но слишком подробно я ничего не буду рассказывать, так как очень много сортов. И боюсь, что ролик затянется. Думаю, он и так будет не короткий. Ну, наберитесь терпения. Гордость Пирса. Сажала в этом сезоне в теплице. Он в теплице растет высоким, но зато супер урожайный и очень вкусный. Гном в воротах. То же самое, что и Гордость Пирса, сидели рядом. Все лето вам показывала их. Поэтому сейчас напоминаю просто о себе, так как собрала семена и могу с вами поделиться. Вы сейчас на экране видите номер моего телефона. По нему можно позвонить в любое время, как я не устаю повторять. Мои клиенты, подписчики и просто зрители канала, которые меня смотрят, они возрастные, такие же, как я. И многие не владеют телефоном и не знают, как зайти даже в описание, где я оставляю ссылки на каталоги. Все, что я вам сейчас показываю, они в теплице растут высоко. Друзья, все гномы пишут среднеспелый сорт. Но я считаю, что их нужно сеять где-то в конце февраля. Я сею в середине февраля. Кто живет в регионе, допустим, в средней полосе или в южных регионах, они, конечно, их высаживают и выращивают в открытом грунте. И у них это получается. У нас же они лучше растут в теплице. Поэтому я думаю, что все гномы нужно сажать в теплице. И вы тогда получите огромный урожай. Те, которые я пробовала сажать в теплице, у всех очень прекрасный урожай. И главное, они поспевают на кусте. А в тоннеле, как я выращиваю, тоже еще можно считать под открытым небом. Но я их прикрываю на ночь и в начале лета. Они там очень урожайные вырастают, но не успевают поспевать. Только начинают поспевать, а уже их надо убирать. Поэтому я всем рекомендую сажать их в теплице или в парнике. Итак, ферокавкай. Тоже замечательный сорт. А какой вкусный. Посмотрите, какой красивый на разрезе. Биколор. Всем рекомендую. Эти сорта сажала и выращивала в этом сезоне. Кайтитит выращивала в прошлом сезоне. Тоже в теплице. Ну, друзья, вообще поразил урожаем. Крупноплодный, вкусный, урожайный. Дельта Дивер тоже в прошлом году выращивала в теплице. Что я хочу сказать? Пишут до 300 грамм, от 80 грамм до 300. У меня 300 грамм не было ни одного плода. Все они были мелкие, ну 80 грамм. Может быть, некоторые доходили до 100 граммов. Но очень вкусный, урожайный и красивый. Сладкая жар-птица. Представляете? Первый раз мне прислали семена сладкая жар-птица. Я их, конечно, показывала все, и мне говорят, что это не сладкая жар-птица. На следующий год я опять выписала настоящую сладкую жар-птицу. Эту сладкую жар-птицу выращивала в парнике, вам показывала, она была просто мега урожайная. Но я ведь ее не посанковала, поэтому, возможно, так. А сладкую жар-птицу выращивала в теплице. Тоже замечательная, но я ее вела всего в два ствола. Она была не так уж урожайная, но все равно супер. Вот такие вот разные два сорта у меня есть в коллекции. Сладкая жар-птица номер один и сладкая жар-птица номер два. Обе замечательные. Гном Брэд Гейтс. Я его тоже выращивала в прошлом сезоне в теплице. Что я хочу сказать? Он очень урожайный, но плоды где-то грамм по 80. Пишут, что они от 80 до 120 граммов.
Я не знаю, 120 граммов были ли они, но они очень вкусные, красивые. А ведь, знаете, многие и не любят очень крупные плоды. Тасманский шоколад. Я высаживала его в открытом грунте. Написано, он все-таки больше метра, до 1,4 метра в теплице может расти. Всем советую его сажать в теплице. Вот там-то он себя точно покажет здорово. Ну, в открытом грунте тоже был неплохой, но плохо поспевал. А теперь гномы, которые я выращивала в этом сезоне, в сезоне 2024. И хочу вам сказать, что они все-таки должны были расти в теплице, так как они больше метра высотой в описании. Я всем рекомендую высаживать эти гномы в теплице. Оранжевый крем. Оранжевый крем, он у меня, по-видимому, расщепился и был не оранжевый, а красный. Но был мега урожайный, поспел в открытом грунте, на кусте, вообще почти весь поспел. Я собрала, конечно, семена, но из каталога его убрала, так как он не соответствует своим характеристикам. У меня уже есть другие семена, мне прислали в этом сезоне, и в сезоне 2025 я его обязательно повторю. Гном Дерзкая Мэри в описании тоже пишут, что он до 1,2 метра. Выращивал в этом сезоне в своей тоннели, то есть под открытым грунтом. Ну, конечно, сорт очень хороший, но я бы рекомендовала его высаживать в теплице. Летнее золото тоже нет в каталоге. Так как все томаты у меня к концу лета заболели, хотя поспевали на кусте в открытом грунте. Я считаю, что его нужно высаживать в теплице. И еще раз повторю, кстати, семена у меня остались, я его повторю. Показываю гномы, которые выращивала в этом сезоне, ну, в тоннеле, то есть под открытым небом, но под прикрытием частично. Эти томаты все до метра, их можно высаживать в открытом грунте. Голубые побрякушки. Гном Маралинго. Алое сердце, очень крупноплодный сорт. Мятные полоски. Гном Бой с тенью в этом сезоне, он почему-то у меня получился мелковатый. Я его раньше высаживала в парнике, он там показывал себя намного лучше, чем в открытом грунте. Поэтому и советую все гномы сажать или в парнике, или в теплице в наших регионах. Дикий Фред. Шоколадный чемпион. Ой, такой урожайный, друзья. Просто сверхурожайный. Гном Золотое сердце. А теперь показываю вам томатные гномы, которые выращивала ранее, но не в теплице. Хотя их нужно высаживать в теплице, так как они выше метра. Это гном Стринги, замечательный, такой урожайный сорт. Золотой цыган, тоже хороший сорт. Я его, конечно, выращивала в парнике. Показал себя хорошо. Полосатый Этна. И гном Металлика. Эти сорта томатов нужно выращивать в теплице, по крайней мере, в нашем регионе. А эти сорта до метра. Арктическая роза, сияющая красота, дикий картофельный лист. Сажала в парнике года 2 назад. Завалил томатами шоколадные плоды. А вот лимонное мороженое можно высаживать в открытом грунте. Он был у меня очень урожайный и поспевал на кусте. Посмотрите, какой он был урожайный. Я его сфотографировала даже дважды. Замечательный сорт. А это у меня засолочный томатный гном. Название условное, так как был пересорт. Но этот гном замечательный. Всем его рекомендую. Плоды мелкие, ну, грамм, наверное, по 100. Подходит для засолки, для консервирования. Вкусный. А какой урожайный, просто мега урожайный. Кому давала семена, всем очень понравились. Улуру охра сажала и в парнике, и в открытом грунте. Конечно, в парнике он показывает себя намного лучше. Спящая леди. Любовь Одри. Высаживала в прошлом году, тоже в тоннеле в своей.
под открытым небом. Очень хорошо себя показала, очень. Фото не мое, но, друзья, у меня были точно такие же томаты. А сколько же их было много. Единственный минус, что они росли на улице и вообще-то поспевали плоховато. Перт-прайд. А вот гном Лакстон-Лад или парень из Лакстона, я могу о нем сказать, что я его высаживала и на улице, и в парнике. Соответственно, в парнике он поспевал и был намного урожайнее. Политый известью. Вот такой замечательный, красивый сорт, зеленоплодный. Гном медная голова. Подойдет для выращивания в ограниченном пространстве, то есть на балконах, в ведрах, в ящиках. Тоже хороший сорт. Розелла пурпурная. Замечательный сорт, урожайный, что скажешь о нем. Прекрасный берил. Высаживала в прошлом сезоне. Понравился. Сумасшедший калиопа. Гном пурпурное сердце. Тоже его сажала и в открытом грунте, и в парнике. В общем, он показывал себя везде замечательно. Но этот-то сорт вообще... Это просто сверхурожайный. Замечательные такие сердечки. Видите, как он облепил куст. Фото мое, сажала его в тоннеле, и он даже там умудрялся поспевать. Вот всем его рекомендую. Еще у него одно название – Диспирада. Это тоже тот же самый сорт. Смех кукабары или гном кукабара кекл – это одно и то же. Замечательный сорт. Выращивала его в парнике. Понравился. Сорт фузи-вузи. Вот такие опушенные плоды у этого сорта. На фото он вроде выглядит крупно, на самом деле от 25 до 50 граммов. Он коктейльного типа, можно сказать, даже как черри. А можно его высаживать в горшках, в ящиках, на балконе. А вот теперь покажу, какой он на самом деле урожайный. Здесь хоть я и зеленью его сфотала, но все равно видно, что его много-много-много. Хочу вам зачитать, какие же гномы я буду высаживать уже в сезоне 20-25. Гном апельсиновый крем, повторю. Затонувший персик, снеки соус, русский вихрь, леди Мадонна, багряный закат, вкусное вино, полосатый Ноя, гном Родинили, гном король Арамис, абрикос виллы Карибу, гном Амазонка, гном Хортона СДН. Что за такой гном? Он пока без названия, не знаю. И вкусное вино. Друзья, оставайтесь со мной на канале. Вы видите, сколько много сортов у меня гномов. А в описании под видео я оставлю каталоги на свои томаты. Как в Одноклассниках, так и в ВК ВКонтакте, в сообществе. У меня очень большая коллекция, и я считаю, что она богатая, то есть разнообразная. В следующих видео я вам покажу сорта казула, сорта ананасов, зеленоплодных томатов. Так что, кто не подписался, подписываемся. С вами была я, Наталья, и мой канал «Делимся опытом взаимно».